Вы так быстро выросли. Каждому человеку нужен дом, и у вас скоро будет свой. Ваши родители росли, растили вас с любовью. Они вас дождутся, и однажды вы обязательно встретитесь снова. Ха-ха, нас детский дом отдали. Прикольно. Но сейчас им пора отдохнуть, а вам отправиться в путешествие. Ну да, согласен, почему бы и нет. Звучит как план. Вам предстоит много увидеть. И многое узнать. Так, ага, мы на острове, мы очнулись. Вы слегка проголодались, ешьте еду, например, яблоки, чтобы насытиться. Вы можете использовать предмет напрямую из инвентаря или взять его в руки, открыв инвентарь с помощью инвентаря. Хорошо, у вас легкая жажда, пейте воду, соки и другие напитки, чтобы ее утолить. Окей, так, сейчас пройдем с вами маленькое обучение, и, наверное, я тоже запишу эту игрушку минут на 40 прохождения, посмотрим, чего мы сможем, кажется, с вами добиться. А потом уже вам решать, стоит ли ее проходить, либо нет. Так что всем приятного просмотра. И поехали. Эх, лодки конец. По крайней мере, я нахожусь на нужном острове. Наверное. Так, добро пожаловать в регион. Ознакомьтесь с кратким руководством по игре. Камере, перемещение вместе с вашим персонажем. Ага, вы из потребности голод, жажда и усталость. Если они усилились, эффективность ваших действий падает. Хорошо. Еще один совет перед тем, как вы отправитесь исследовать остров. Старайтесь взаимодействовать со всеми доступными объектами. Подойдя к такому объекту, вы увидите особый знак. Ваше первое задание – найти свой дом. Идите по дороге, потом поверните на северо-восток. Окей. Так, давайте, наверное, сначала попьем. Нажмем на двоечку, да? Ага, и левой кнопочкой мыши мы с вами попили. Так. И давай понямаем. Ну, отлично. Так, берем в руки мачете и давай смотреть. Да, я же говорю, запишем минут 40, а потом уже сами решайте, играть вам в эту игру, либо не играть. Так, семена пшеницы. Да ты что, семена пшеницы, еще хочу. Где? Так, семена картофеля, да. Я думаю, это нам все пригодится. Так, ты кто? Собирательство, кокос, отлично, ага. Давай заберем, давай заберем. Давайте дальше смотреть. Так, стройте аттракционы для туристов. Каждый турист может посетить несколько аттракционов за раз. Обратите внимание, вы не можете открыть парк, пока не построите хотя бы один аттракцион. И одну кассу. Хорошо, чтобы открыть или закрыть парк, воспользуйтесь кассой. Это на каждого аттракциона зависит от его декораций. Угу. Аттракционы могут ломаться. Окей. Так, если не ошибаюсь, у нас на F фонарик, на буковку B костер, палатка. Угу. Но там дальше должно будет еще кое-что открыться. По-моему. Так, вы можете задействовать с окружающими вас объектами. Например, трясти деревья, собирать цветы. Окей, давай потрясем деревья. Все, яблочки, шикарно. Так, очки опыта, хорошо. Это мне интересно, мне нужен портфель. Предметы бывают разные типы. Одни можно взять в снаряжение, другие использовать при создании новых предметов. Хорошо, давайте посмотрим, ага. У нас мало с вами места, нужно будет либо создавать новый рюкзак, либо улучшать этот. Так, хорошо, давай соберем цветочки, соберем грибочки и давайте смотреть, где наш домик находится. Так, здесь бревно. Угу. Здесь тупик, ладно, значит по стрелочкам вот сюда. Так, текущие выполняемые задачи. Железная кирка, здесь указано год, сезон, время суток. Это небольшая карта вашей области. Это ячейки быстрого доступа. Хорошо. А так, железная кирка. 4 земли. Отлично. Так. Как видите, в мире много неисследованных территорий. Обнаружу новую местность. Вы получите очки навыка. Следуйте ее.
есть и другие навыки, которые будет постепенно открывать и развивать. Хорошо. Так, что мне дадут? Семена. Ля, морковка. Картошка, морковка. Все мне надо. Угу, внутри своего участка вы видите отмеченные значком места, где доступно строительство. Нажмите кнопку создания, чтобы открыть строительство. Буковка Б. Вот оно. Да, так, верстак, верстак, верстак. Хорошо. Для строительства. Трава. Так, траву где мы посадим? Давайте с вами сюда. Отлично. А можем мы с вами... Ага, мы не можем, да? По несколько штучек этого делать. Ладно, ладно. По несколько штучек мы не можем с вами сажать, но и ладушки. Так, это вроде наш домик, да? Да, вот вижу молоточек. Вот вижу все. Все, что нам нужно. Так, а что это за колючки? Мы можем с ними бороться? Да, можем, отлично. Давайте, наверное, сразу их поубираем, чтобы они нам здесь не мешали. Жир дали. Отлично. Ну, и тогда расчистим наш участочек. Так, рано или поздно вам понадобятся более качественные предметы, инструменты. Для их изготовления можно строить различные рабочие станции, верстаки, взаимодействие с помощью взаимодействия. Хорошо. Так, давай смотреть, что мы можем. На верстаке можно изготовить все эти предметы. Так, некоторые из них недоступны, потому что у вас нет необходимых материалов. Ну, это понятно. Так, мы можем клеить лента, клей, веревка, топоры, взрывчатка, подарок, цветы, домашний мяч. Прикольно. Давай, наверное, мы сначала... Что мы с вами сделаем? Берем с инвентаря это все, да? Ага, мы не можем добрать с инвентаря это все. Ну, ладно. Кажется, я на месте, но и беспорядок. Но дом вроде бы не разваливается. Интересно, почему родители так хотели отправить меня сюда? Потому что они тебя не любят. Итак, дом найден, теперь я буду жить здесь. Дальше надо найти старейшину в этом городе, главное. Окей. Это мне придется, чтобы навести порядок в этом хаосе. Еще хорошо найти еды и воды, а потом поспать. Так, возьмем письмо и осмотримся на новом месте. Нужно познакомиться с городом. Это ваш новый дом. Ага, он не в лучшем состоянии, но со временем вы его отремонтируете и обустроите. На своей земле можно ставить ферму, открывать магазины и так далее. Когда вы устанете, вам нужно будет поспать. У вас уже есть одна кровать. Помните, для отдыха необходим сон во время сна. Игра сохраняется. Хорошо, выспавшись, вы получите бонус. А теперь, если вы не сделали это раньше, возьмите топор, лопату, лейку, кирку. Это ваши основные инструменты. Окей, мы это возьмем. Давай, наверное, мы с тобой... Что мы, семена? Семена, да, уберем пока месть. Они нам, я думаю, в принципе, пока месть не нужны. Огород, конечно, хорошо. Обожаю огород. Но думаю, еще рановастенько для огорода. Так, давай берем лопату. Лопата же для выкопания предметов из земли. А, ненужные дороги удалять. Хорошо. Так, молоток. Молоток нужен для починки инструментов. Его можно оставить, самостоятельно купить у торговца. Ага, и леечка. Отлично, два шлейки. Так, не осталось воды. Вы можете пополнить запас из реки или озера. Ага, да, ой. Во время путешествия вы будете сталкиваться с опасным окружением. Такие, как эти шипастые растения, которые могут поранить вас. Рубите их мачете или топором, чтобы получить ресурсы, в том числе и жир. Хорошо, давай срубим. О, жирный жир. Ага, яблочко. Дай сюда. Вот и река. Давай попробуем набрать водички в леечку. Ля, вот рыбка есть. Мы можем с вами ловить рыбу, да? Я так понимаю. Ага, отлично. Так, давайте понямаем немножко. Давайте немножечко понямаем. А, ты не хочешь пить? Ой, я что-то случайно... Нет, блин, надо набрать обратно. Не туда... Не туда налил, ребята. Таки извиняюсь.
Я хотел на восьмерочку понямать яблочко. И не хочу пить, а кушать. Так, голод немного утих. Хорошо. Отлично. Мне нужно место для топора. Могу ли я убрать отсюда грибочек? Ага, не могу. Ладно, давай, наверное, возьмем топор, а потом мы тебя его переместим, да? Так, железный топор очень важен. С помощью его можно рубить деревья и уничтожать ненужные объекты. Хорошо. Тогда топорик у нас будет с вами на... На каком? Давай, наверное, на 9, да? Хотя, наверное, давай мы делаем... Стой. Топорик на двоечку. Топорик на двоечку, я сказал. Лопату на троечку. Молоточек на четверочку. Лейка пусть будет на семерке. Потом вода. Яблочко. А мы убрать можем? Вот так вот можем, да? Все, вроде бы все есть. Хорошо, давайте смотреть, давайте зайдем в домик. Давайте зайдем в домик и осмотримся. Ага, это ваш дом. Позже вы сможете расширить его или построить дом побольше. Внутри дома можно разводить различные... Объект к меню строительства, нажмите кнопку, которая предметы. Ага, на буковку D. На буковку B. Так, ловушка для ракообразных. Это деревья. Грядка, цыпленок, ягненок. Да ты шо, все, я обожаю эту игру. Ага, велосипед, большой гараж, маленький гараж. Холодильник. Даже кота можем завести, ребят. Понимаешь? Ладно, давай пока закроем, возьмем топорики, очистим наше место. Так, надеюсь, мы стены с вами не ломаем, да? Я думаю, сразу можно будет здесь убраться, чтобы поставить сюда холодильник, телевизор и, может, еще и котенка завести. Не знаю, все опять же зависит от вас. Если игрушка понравится, пройдем ее полностью. Если нет, то будет одна серия. Вы ознакомитесь и поймете, надо ли оно вам, либо нет. Ну, то, что я уже вижу на первый, кажется, мой взгляд, то игрушка вроде прикольная. Ну, если здесь можно кота себе завести, то все. Кажется, это моя любовь. Так, а это что? Это у тебя выносливость, да, тратится, получается? Правильно я понимаю? Ага, да, вот с правой стороны 100% это выносливость. Спадки ты еще хочешь, да? Ну, давайте уже дорубаем. Давайте дорубаем, поспим и займемся. Что тут нужно? Железная кирка есть, да? Основы фермерства собрать землю для грядок. Так, земля. Угу. И надо будет грядку посадить. Так, игра сохраняется каждый раз, когда вы ложитесь спать. Хорошо. Давайте спать. Сколько? 6 часов? 12 часов. Давайте 12 часов поспим. Я так понимаю, на пятерочке то у меня пустая бутылка с водой или нет? Ну, а просыпаться можем. Так, игра. Ага. Вода с водой, вода с водой. Это пустая, да? Хорошо, нужно будет сейчас бегать к реке. Вы выспались, получите бонус за отдых. Хорошо, нужно сейчас будет бегать к реке, набрать водички. Ага, вот ночь как раз. Набрать водички. Так, давай мы тебя уничтожим сразу. Чтобы ты нам кусь не делал. И пойдем на... Нажмем на пятерочку, наберем водички и попьем как раз. Я думаю, что водичка здесь у нас чистая, да? Ага. Отлично. Во. Пустая бутылочка на восьмерочку будет. Во, шикарно. Все, мы попили, попили. Теперь можно и понямать.
Отлично. Давайте смотреть. Нам нужно собрать землю для грядок. Можем ли мы землю собрать для грядок вот здесь? Ага, подожди, у меня где-то кирка была, да? Я ж не упустил. Где у нас кирка? Или кирки нету? Так, это кто? Вот, железная кирка. Отлично. С помощью нее мы сможем сейчас с вами раздолбить камушки. Давай тогда добудем камушков, срубим тут деревья, и у нас, наверное, здесь в этой части будет, наверное, огородик, да? Так, что здесь мы можем собрать? Яблочко собрали, отлично. Отлично. Давай берем топорик и потом, если что, еще посадим деревья с яблоками. Так, навык строительства улучшен. Отлично, есть даже бревна. Только опять же, что у нас с вами очень мало места, да? Так, что мы можем с вами сюда переместить? Вроде бы пока есть ничего. Хорошо, давай, наверное, тебя убрать бы. Так, ты кто? Жир. Стоимость 5 баксов. Давай жир мы переместим. Грибочки тоже. Я не уверен, что их можно кушать, пока мы с ней приготовишь. Цветочки тоже. Сделаем вот так. Все, шикарно. Тебя мы тоже сейчас уберем. Ага, каждый раз, когда он замахивается, фонарик выключается. Интересненько, интересненько. Так, давай копать. Ага, червяк. Червяк для рыбки, я так понимаю. Так, задание. Так, основной фирмы. Создайте первую грядку. Хорошо, грядку мы создадим. Так, в вашей сумке нет места. Нужно создать место. Хорошо, нужны сундучки. Давай тогда посмотрим. Можно ли здесь наживка для мелкой рыбки? Окей, а где тут сундук? Можно ли создать сундучок? Или это меню на буковку Б? Так, особая рабочая станция, это не то. Грядка, хорошо. Где у нас сундук? Так, верстак. Где у нас сундучок находится? Так, ключик. Удочка. Ну, до удочки еще рановато. Я так понимаю, что нам нужно будет костер еще с вами сделать. Блин, я сундука не вижу. Если честно, я не вижу сундука. Ладно, пока используем этот, а потом мало ли, может найдем. Так, давай переместим сюда. Давай траву тоже всю переместим сюда, хорошо. Мы можем поспать, чтобы у нас утро было. Так, давай 5 часов поспим. Давай поспим 5 часов. Хорошо, мы проснулись. Отлично, пошли копать. Утро. Да, утро. Все, так более лучше видно. Хорошо, можем с вами построить что? Грядку, правильно? Так, где мы будем грядку с вами ставить? Ага, здесь не можем. Почему? Плодородность плохая. Или места просто мало. Окей, давай тогда избавляться от этого всего ненужного. Сумка заполнена, я понял. Ну, пока я не знаю, где можно сделать себе сундук еще один. Так, давайте тут очистим, да? С вами чистим и посмотрим, можем ли мы здесь сейчас с вами грядку ставить. О, можем. Тогда давай начнем, наверное, отсюда. Раз. Давай вторую грядку. Ровно. Вроде да. Два. Три. И больше не можем. Так, отлично. Желательно семена, да? Так, мне надо сначала тебя полить или как?
Ага, полили. И теперь бежим за семенами, ребятушки. Так, кто это раститель? Волокно, брокколи, картошки, пшеницы, семена салата. Семена салата, да? Так, червяки пока есть, пусть побудут здесь. Мне нужно сколько? 6 семян салата. Где я их достану, эти семена пшеницы, растительная. Сумка заполнена, хорошо. Ладно, давай сажать. Так, семена салата на девяточку. Выходим. Так, нужно семена 7 штучек. Где мне взять 6 штучек? Где мне взять 6 штучек? Ладно, давай тогда пособираем картошка. О, семена салата 6 штучек. Все, отлично. Сажаем. Ага, не можем, да? Потому что у нас... В чем проблема? А, вот, нужно было просто навестись. Хорошо, давай еще. Нужно 6 штучек. Тогда давайте пособираем еще салаты. А потом надо будет посмотреть, где мы сможем сами это все закупить, да? Две штучки, семена салата 4. О, отлично. Нужно еще две штучки. Семена цветной капусты. Моя сумка заполнена. Да я это понимаю, но я как бы на начальном этапе. О, 6 штучек, все, отлично. Нажимаем девяточку и сажаем семена. Все, шикарно. Что нужно? Основная ферма, полить грядки, посетить город и поговорить с кем-то. Хорошо, давайте мы сначала польем. Не знаю, надо ли часто поливать. Что мы можем сюда еще с вами? Это тут, то есть по 6 штук, да, мне нужно всего семена картошки. А если мы картоху сюда поставим, сможем ли мы посадить картоху? Да, даже картоху можем садить, прикинь. Шикарно. Что могу сказать? Шикарно. Вот наш первый огородик. Отлично. Давай здесь наберем водички. Не, наберем водички. Во, отлично. Сейчас... Добудем еще... Ой, 15 камня. Сложим все лишнее вот сюда. Семена убрать. Убрать. Потом можно будет заняться этим огородом. Не знаю, давайте, наверное, траву мы заберем отсюда. Здесь у нас будет пока есть чисто семена. Посмотрим, что мы здесь можем сделать. Клейкая лента, нажилка для рыбалки. Ага. Но я все-таки с вами не вижу... Не вижу, где находится... Этот, как его, сундук, кто-то видит? Может, он как-то открывается? Так, верстак. Может, сначала верстак нужно поставить? Бревно, камень, особая рабочая станция, верстак. Давай попробуем верстак поставить тебя куда-то. А куда тебя ставить? Братца, дружище, куда тебя ставить? Ладно, давай тогда освободим. Освободим место. Нажмем B. Давай верстак. И вот так вот закрыть. Отлично. Хотя, погоди, это же все то же самое, правильно? Да, это верстак, все то же самое. Ладно, давай с помощью топора мы тебя уберем. И попробуем поставить на тебя
Что там было у нас? Станция какая-то особая, рабочая станция. Вот так вот. Закрыть. А, шикарно. И теперь мы сможем с вами найти, наверное, сундучок, которого здесь я не вижу. Ага, зато есть деревянное ведро, мачете, универсальный ключ. Дрова, веревка. Ладно, давай веревку наделаем по максимуму. Ну что, появилось? Нет, не появилось. Возможно, где-то, значит... Где-то здесь тротуар даже есть. Ага, отлично. Большой гараж, велосипед, кот, гардероб. Так, ребят, может, если кто-то видел здесь сундучок, напиши мне, потому что я не вижу. Места у нас мало с вами. Ладно, давай тогда мы с тобой... Где наша кирка? На восьмерочку, да? Соберем еще камни. Мне камень нужен X15. По заданию, видите, сверху. Не знаю зачем, но вроде нужен. Так, мы тебя можем? Да. Можем разрушить. Ты что же камень, правильно я понимаю? Во. Задание обновленное сведения. Клей, лента, деревянная доска. Хорошо, давай посмотрим. Клей, лента. Деревянная доска. Давай деревянную доску по максимуму. А здесь еще не готово. Хорошо. У нас по поводу сюда можем переместить что-то. Вроде ничего не надо. Так, я кушать хочу, да? Так, хорошо. Хорошо, отлично. Угу. Можем туда семена сюда еще переместить. И давайте, наверное, с вами расчистим вот это вот. Наш участок. Как думаете? Думаю, шире его можно будет сделать, правильно? Да, отлично. Ага, набор гвозди дали, семена пшеницы. Нужно будет еще огород расширить. Не забыть тоже заборчиком его маленьким каким-то ввести. И найти все-таки сундучок. Найти все-таки сундук. Так, сумка заполнена, ну как обычно. Ничего нового я не ожидал. Все, семян нету? Вроде нету. Так, семена свеклы, хорошо. Сумка заполнена. Ага, цветная капуста. Та ты шо, вот это у нас рацион будет с вами. И капуста, и семена, и семена-салат. Да, вообще шикарно. Так, а давай смотреть по поводу собирательства. Рано, да, еще? Ну да. Еще рановастенько. Так, что у нас по поводу досок? Хорошо, дай мне... Пожалуйста. Сундук. А может реально мне нужно построить и то? Типа две штуки. Ну, где ты? Верстак. Ну хотя верстак у нас вот верстак, правильно? Так, навык улучшен. Отлично. У нас веревка. Что мне нужно? Клейка лента. Клейка лента. Давай 5 штучек. Место есть, да, место есть. Уберем мы тебя, наверное, сюда. Не знаю, пока мы ничего убирать не будем. Хотя у нас с вами есть пустая бутылочка. Предлагаю сбегать, набрать в нее водички. Хорошо, хорошо, хорошо. Я понял. Все, набрать сюда водички на девяточку. Все, шикарно.
Шикарный. Собрать яблочко, да? 9 штучек яблочко у нас с вами есть. Все, вообще шикарно. Давай смотреть. Кликай лента. Готово, готово, X5. Так, что у нас здесь с вами? Здесь хранятся все полученные вами важные. Хорошо. Фиксируются важные. Это карта. О, карта огромная. Здесь бюджет, аренда, доходы. Хорошо. Так, у нас с вами есть горн. Так, что мы в горне? Позволяет создавать множественные различные требования. Хорошо. Все-таки я хочу найти... Где находится сундук для хранения? Ну не может быть такого, что здесь его нету. Ну это тупость. Так, верстак, горн. Что мне для верстака нужно? 10 дерева, 4 листочка, да? Угу. Не знаю, давай... Где у нас листочки? Где у нас находятся листочки? Я здесь. Хорошо. Давай соберем листочки. Ага, листочки мы собрать не можем. Потому что у нас мало места. Так, морковку я собрал, да? Так, не то. Вот так, да. А здесь мне нужен ключ. Падла. Сачок, удочка, рыбачить. Нет, я думаю, для рыбалки нам еще рановастенько. Думаю, для рыбалки нам рановастенько еще. Можно горн, конечно, сделать. Может, в горне там что-то водится. Ладно, давай попробуем построить горн. Где мы его поставим? Давай, наверное, пока месь... Камесь куда-то вот сюда разместим его. Так, отлично, закрыть. Давай смотреть. Кирпич, железо, слито, кольца. Ага. Это не то, что нам нужно. Солнечные панельки, ловушка, рыбная сеть, гвозди, качественная доска. Хорошо. Трава, трава, трава. Грядки. Теплицы. Обычная дорога. Вот маленький сундук. Я таки нашел его, ребят. Я таки его нашел. Давай, наверное, вот сюда тебя, да? Раз. Все, наконец-то я разобрался. Так, отлично, давай тогда все переносить, я не знаю. Либо мы с вами сначала дрова нужны. Угу. Срубим, значит, дерево. Яблочко такие, извиняюсь, но мне нужны дрова. Бревна, отлично, побежали, посмотрим. Так, ну, у меня же есть дрова или нету дров? Алло, это что такое? Бревну, а мне дрова нужны. И на чем мне делать дрова? Так, лучная пища, субботная станция, горн закрыть. Хорошо, значит, нужно будет здесь, да, делать? Вот, дрова, да. Давай 10 штучек сделаем. Я думаю, больше, в принципе, нам пока месь и не надо будет. А что нет, здесь пока ничего нет. Хорошо, давай польем. Не знаю, сколько надо поливать его. Не знаю, сколько нужно будет поливать. Так, нужно будет, наверное, сейчас лечь поспать, да? Так, 18:34.
Давай, наверное, часиков 8 поспим. 9. 9-8 часиков. 4-5. 5 утра. Проснемся. Так, 23.00. Давай, наверное, в 6, да? Так, проснуться? Нет, 3 часа ночи еще рано. Давай еще 4 часика. Вот. В 7 утра как раз будет и видно. И не нужно будет использовать фонарик. Так, идем. Смотреть, что у нас здесь. Дрова есть, правильно? Да, дрова мы с вами получили. Берем к нашему горну. Давай, наверное, кирпичик, да? Ага, кирпичик. Ну, пусть готовится. Кирпичик мы посмотрим. Вот, 33%. Нужно будет полить. Ага, все, хорошо. И 12%. Вот, нужно не будет не забывать поливать с вами грядки. Что нужно? Так, посетить город... Поговорить со старшиной. Окей, а только где город находится? Если бы я еще только знал бы, где город находится. В какую сторону мне идти? Ладно, давайте пойдем сюда. Посмотрим, дорога нас по-любому куда-то с вами приведет, правильно? Так, давай налево. Так, нажмите бег, чтобы бежать. При беге выносливость строится быстрее, чем вас. Чтобы восстановить выносливость, остановитесь или лягте спать. Ага, на shift. А ты что, тупо флеш? О, здорово. Осторожно, тут гвозди валяются. Я мозг чиню, не знаю, что с ним случилось. Извини, что тебе спиной стою, если я эту штуку отпущу, то у нас будет большая неприятность. И вот что, принеси мне стройматериал, я так быстро... А, я так быстрее закончу работу. Сможешь, а потом поболтаем. Ладно, помогу, соберу все, что необходимо. Так, другого пути в город нет. Ладно, постараюсь помочь. Извинюсь сейчас. Ладно, помогу. Соберу все необходимое, принесу. Спасибо. Так ты поможешь не только мне, но и себе. Угу. Что нужно? Веревка есть, камень. Деревянная доска X15. Хорошо. Ну, с камнем проблемы нету, да? Правильно понимаю. Где наша кирка на восьмерочку? С камнем проблема... Ну, тихо. Ага, я здесь не могу камень добывать. То есть это не мой участок, я не могу добывать, да? О, тогда бегим домой. О. И нужно будет деревянные доски 15 штучек. Так, камень 10 штучек есть, отлично. Сейчас бегаем домой, срубим пару деревьев, сделаем деревянную доску, как раз расчистим здесь нашу полянку для будущего огородика. И пойдем отремонтируем с вами мост. Так, давай, наверное, еще пару деревьев. Я думаю, этого будет как раз достаточно. Так. Доски, 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 доски. 15 штучек. Так, 26. Нет. Во, вот так. Пусть делается. Сейчас мы с вами как раз бегаем туда. Кирпич, отлично. Так, мы можем с вами металл сразу поставить? Нет, не можем. Дрова не хватает. Хорошо. Хорошо, хорошо. Блин, я тут на колесике мышка привык сразу делать, ну, приближение экрана вверх и вниз. То есть отдалять. А здесь так не работает. Здесь можно деревья повырубать, да? И строить себе огромный домик. Сюда вправо можно уйти. Угу. Ладно, давай дождемся сейчас сначала, наверное, наших досок 60%. Ну, быстро относительно делается. Так, давай понямаем, выпьем водички.
Так, моя сумка заполнена. Что с тобой не так? Ага, кирпич нет, да? Давайте, наверное, кирпич выложим. Он нам пока мне здесь не нужен. Все, отлично. Идемте заберем бутылочку. Наполним водичкой. И как раз у нас будет готовые доски. Мы сможем мост починить. Все, шикарно. Можно будет еще бутылок 10 наделать, чтобы... Мало ли, придется путешествовать далеко. Так, 7. Семерочка. Все, полили. Отлично. Так, доски готовы. Да, отлично. Идемте, отдадим. Отдадим доски и починим мост. Так, shift, ну тут shift зажимать не надо, тут shift один раз нажал, и все, и он сам по себе бежит. Нашу, здорово. Так, ну как, есть материалы? Да, вот они. Прекрасно, спасибо, теперь работа пойдет быстрее, ты пока домой. А, ты пока дома поспи, к утру все будет готово. Отлично. Ну, в принципе, я знаете, что предлагаю на этом серию и закончить. В принципе, на этом серию предлагаю закончить. Не знаю, если будут просмотры, лайкосики и комментарии, и вам будет интересна эта игра, заходите, чтобы мы ее прошли, то пишите. А если нет, то, ну, значит, будет одна серия, так вот чисто ознакомительная для вас. Стоит ли играть в нее, либо не стоит. Но, как по мне, игра интересная. Я расширился здесь бы. Построил бы себе огород бы побольше. Да плюс здесь куча зданий, мельницы. Так, машина для приготовления сыра, даже так. Где у нас тут курицы? Что здесь, дерево? Ага, дерево, грядка, где наши животные? Вот, кошару все завел бы. Так, холодильник, что нужно на железный слиток? Банкомат. Да ты шо, даже банкомат есть. Роскошная кроватка. Но это, говорится, только начало, и у меня этого всего нету. Так что все. Мой главный персонаж отправляется спать. Всем спасибо за просмотр. Нужно будет, пройдем эту игрушку полностью до конца. Если не, ну, значит нет. Так что все. Всем пока-пока, да потом, и пишите свои комментарии.